bianco vestita di bianco ci sarà ed è più umano per dirsi ti amo di più. Watson parcourt la planète. Watson navigue dans le bleu des terres. Watson où le chant des baleines résonne. Watson ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus. We arrive to Manosque. And it's school of Valentina and Jan. Yeah. We will discover it. And I don't know. So I have no idea where I'll be living, but I hope it's gonna be cool. They will manage. Salut! Salut! On y va? Всем привет! Я нахожусь в Маноске. Наконец-то я начинаю свой проект. Вот сейчас выдался один день, когда я могу хотя бы немного присесть, разобраться с вещами и пойти купить себе в дом всякие, ну, бытовые вещи. Вот, и сейчас я хочу пойти в магазин, типа Икеи, и купить себе какой-нибудь декор, потому что у меня просто белые стены и больше ничего. Я потом покажу, у меня студия огромная, поэтому очень все классно. Могу вам сейчас показать школу, в которой я работаю. Сегодня суббота, и поэтому она закрыта, и нет студентов никого. Вот так выглядит фасад школы. Она очень огромная и похожа на американскую, мне кажется, потому что... Ну, внутри я потом сниму. Вот, люди здесь вот учатся, там вон всякие устраивают мастер-классы. Вот, это просто территория. Она очень огромная, и там на самом деле все есть. Потому что люди некоторые живут в школе, студенты, вот, и для них там и комнаты отдыха, и всякий спортзал, и все есть. Вот так вот выглядит. По-моему, очень шикарная школа. Сегодня какое число? 26 сентября, а на улице 30 градусов. Как же шикарно. Блин, свет не очень удачный, ну ладно. Давайте я вам расскажу про Маноск немного. Это город находится в 100 километрах от Марселя. 30 минут езды до города Экс-ан-Пованс, в который мы, кстати, скоро поедем, потому что все волонтеры, которые участвуют в проектах в Провансе, мы можем останавливаться в их местах. То есть ночевать, есть и все такое. Ой, марихуаной пахнет. Вот. И в этом городе, на самом деле, 25 тысяч населения. Когда мне сказали об этом городе, я такая думаю, блин, наверное, какая-нибудь деревня, вообще ничего нету. Думала, что вообще там один магазин, одна булочная, один супермаркет и все. А на самом деле тут нас... Ну, конечно, тут нет суперкрутых баров, там латиноамериканских вечеринок подавно, но... Сам город, он очень уютный, маленький, и даже в таком маленьком городе, это вот чисто европейская тема, что даже в таком маленьком городе проходят каждый день какие-то мероприятия, тематические, литературный вечер был вчера, кстати, фотовыставки, музейные экспозиции, просто действительно происходит тут жизнь вообще, люди тут живут, действительно, вот, и несмотря на то, что он маленький, я очень довольна, мне тут очень нравится. Здесь, что самое главное, это находится штаб-квартира компании L'Occitan. Здесь прямо происходит производство, и из-за этого на всю продукцию L'Occitan в магазине здесь 15% скидка. Потому что разливают здесь, продают здесь же. Вот, поэтому, если захотите, в Прованс. И лавандовые поля, конечно же. Лавандовые поля, без них никуда. Но они цветут с середины июня до конца августа, по-моему. Нет, до середины августа. Такие дела.
And D, the Caribbean style. Woo! Третий день мой в моем городе Мановск. Я вам расскажу сейчас историю, как не нужно делать. Мне нужно было купить сим-карту для того, чтобы пользоваться интернетом и звонить по Франции бесплатно. Но и у меня не было, не работала моя русская сим-карта, я не могла подключить никакой роуминг и ничего. Сейчас сразу так много машин поехало. Вот. Я спросила у своего тьютера, где мне лучше купить. Мне сказали, главный провайдер это Orange. Идите туда, вам все объяснят. Пошла, значит, в Orange. Мне говорят, у нас есть одна возможность, которую вы платите 30 евро в месяц, и вам предоставляется 5 гигабайт интернета. Ну, то есть 30 евро в месяц. Я когда услышала эту цифру, я такая думаю, это что за сумасшествие вообще? 30 евро за 5 гигабайт? Это очень много. И пошла в другой провайдер, и мне сказали, у нас только две возможности. Одна это 1 гигабайт в месяц за 20 евро, либо 100 гигабайт, и я уже даже не спросила, сколько это будет стоить. Но в итоге я сказала, извините, нет. Мне посоветовали, идите в Табак. Я пошла в Табак. И они мне говорят, да, мы знаем, что в Orange там много, дорого очень стоит. Мы вам дадим другую сим-карту, называется MySIMA. Неважно, что это значит, но они предоставляют 10 гигабайт интернета за 10 евро в месяц. Ну, мне кажется, что это более-менее адекватная как бы цена. И поэтому я говорю, да, отлично, все, давайте, подключайте. Он мне, значит, все, я оплатила. А сим-карта сама стоит 15 евро, но потом пополнение каждый месяц стоит 10 евро. Вот. И я, значит, все оплатила. И я говорю, да, все, спасибо большое, давайте, я проверю сейчас. Мне пришла смс-ка, что типа, да, добро пожаловать, вам подключено 10 гигабайт интернета на 30 дней. Я такая, супер, сейчас проверю только. И у меня не работает ничего. Он такой, что за ерунда, я сам не знаю, почему так происходит, давайте я позвоню в колл-центр. Вот когда он сказал, давайте я позвоню в колл-центр, тут началось все самое интересное. Мы вообще не могли подключить интернет, я не знаю, в чем дело. Мой телефон был на английском, он перевел его на французский, потому что вообще ничего не понятно было. И, короче, наверное, я провела в Табаке где-то 2.5 часа. И этот бедный мужчина, спасибо ему большое, я даже забыла уже его имя, этот бедный мужчина со мной провозился 2.5 часа, он одной рукой звонит в колл-центр, чтобы узнать, что, какая проблема с моей сим-картой, другой рукой обслуживает людей и дает им табак. Короче, если бы не он, я бы сейчас вообще была без интернета, но, слава богу, все получилось. Уже понимаете, просто я еще так себя плохо чувствовала. Там очередь была уже до конца магазина. И я такая, блин, как стрёмно, почему со мной это происходит? Но в итоге, да. Короче, к чему я это все рассказываю? Если вы будете во Франции, я вам советую идти сразу в Табак и не тратить время на Orange. А, дорогу перебежать можно? Идите сразу в Табак, и вам там все помогут. Если вам нужна будет связь во Франции, 10 евро. И интернет ваш. Casual things. Okay. When everything is closed on Sunday and it's raining and it's cool. It's hot. Austrian, Colombian, Canadian. Mm-hmm. It's like impossible in Manosque. Casual French woman. Not this time. This. Yeah, because YouTube videos are like this. Landscape scene. I like this song. Sorry? I like this song. The video song. Okay. And we are about what? Writing letters. And? Send all over the world. It's gonna be super fun. Oh. No, it's not fair. It's not supposed to fail. I will get everything. Say secret, come fella. Ah oui.
checking out mirrors. Yeah. Who wants to get this? I don't know, because who receives it will be lucky. I haven't decided yet who's gonna be. Do you like or not? No. Do you like? Yeah. It's pretty. Just trees. The main thing that it's in French. Oh. Oh my god, what are you doing, guys? Writing postcards? Because why we are doing it today? Uh-oh. Why would you do it today? Yeah. Because of the festival. What's the festival? The Correspondence Festival. Oh yeah. Daca. Sending letters all over the world. Can I see for one? Free. Wow. Not the address. Not the address. Not the person I'm sending it to. The best people of Manosque. Oh, that's Lisa. What people ask me. What's special in French baguette? That it's super hard outside, and here super soft. Yeah. Yeah, you like it? The best thing that I've ever eaten. No, that's your kind of. No, that's your kind of macro. Всем привет еще раз. Сегодня мой второй день, рабочий день. И что я делаю? Я работаю в школе. Я вам уже показывала, как выглядит школа. Вот, но я буду, по сути, развлекать детей, которые живут здесь в школе, которые из другого города, им негде жить в Манозке. И вечером я им устраиваю всякие мастер-классы. Но так как пока мастер-классов не было, еще ничего не решили, мы вчера с детьми в библиотеке делали поделки для... Будет такой у них праздник, называется «Марш де Нуэля». И мы с ними разрезали всякие штучки, вот. Было прикольно, правда, я вообще ничего не понимаю по-французски, и меня это жутко вводит в уныние. Ну ладно, прошло только 2 дня, и я надеюсь, что... Все нормально будет все-таки. Все-таки через месяц, я думаю, что уже лучше будет. Но пока очень тяжко, если честно. И да, сегодня я нашла наконец-то булочную в своем районе. Вот, ребят, честно, я, может быть, дикая, но багет французский, он еще теплый. И он такой... Я просто не могу... Я не могу найти достаточно подходящих слов. Я не могу найти достаточно подходящих слов, насколько я люблю... О май гад, или как говорят во Франции, о мон дью, он настолько вкусный, и я тот человек, который очень любит портить багет. Не может быть хлеб такой вкусный. Я очень дикая, наверное. Но багет во Франции это просто... Я считаю, что это национальное достояние.